Hey, what's up, guys? Это канал BGG Play. Сегодня мы с вами сыграем в Case Animatronics. Это вроде инди-хоррор, но я точно не знаю. Подождите, я тут настройки слегка меняю. Так, сейв. Сохраним. Вот, может, на что-нибудь читать придется. И чтобы было что почитать, вот я в настройке положил. Ладно, не будем. Что-то написано, не забудьте надеть наушники. Хорошо, что я одел наушники. Вы же тоже одели, да, надеюсь. Внимание, людям со слабым нервом, беременным. Не рекомендую, вы слабые нервы и беременна, то не смотрите, ладно? Не смотри. Ради всего святого. Похоже, я уснул. Уже почти полночь. Подожди, паузу можно поставить? Записи. Тут есть настройки? Блин, слишком громко, по-моему, попадает. Это еще что такое? Это еще что такое? Странно. Кроме меня здесь никого не должно быть. Странно, лагает. Схожу, проверю. Чтобы взять фонарик, наведите на него. Блин, подождите, главное меню выйдем, что-то мне не нравится, как-то лагает, по-моему. Нужно немного поменьше качество поставить. Так, графика, ага. Это из-за разрешения по-любому. У меня и слишком, если большое разрешение, то все время игры лагают очень по-жесткому. Так, вроде все нормально. Но вот сейчас должно быть, наверное, нормально. Что это? Я еще хотел звук изменить, твою же, блин. Сейчас заново придется заходить, вот ты ж помина. Ну ладно, зайдем, чем. Вы же никуда не торопитесь, но похоже, если торопитесь, я... то просто этот, как бы сказать, ну короче, просто пропустите дальше, где я уже буду играть эту игру, а не искать тут, как звук умолять нафиг. Ну вот, все, начинаем. Сейчас должно быть нормально, не так слишком громко, ну не так громко должно быть для всего этого. Все, давайте посмотрим. Мы с вами играем за общество работника, видать. Похоже, я уснул. Уже почти полночь. Это еще что такое? Что-то упало. Странно. Кроме меня здесь никого не должно быть. Может, охранник по-любому должен быть. Давай посмотрим. Так, букву Е, фонарик. Чтобы взять фонарик, наведите на него мышкой и нажмите кнопку Е действия. Ага. Нажмите правую мышку для того, чтобы включить. Ну да, еще хорошо. И планшет. Департамент слишком полагается на эту новую систему наблюдения. В полиции играем? Скоро, наверное, джойстики выдадут. И световые мечи в придачу. Ага, шутник был. Так, планшет. Где планшет? А вот же планшет. Сколько же все это стоит? Сколько? Нажмите кнопку мыши, чтобы включить в планшет. Так, ясно, понятно. Да, понятно. Это что, камера? Тап. Ну что, удобная штука. Лет через 10 такие везде поставят. Но человека она все равно не заменит. Пойду осмотрюсь. Давай, перехвалил. Посмотри. Батарея садится очень быстро. Нужно экономить заряд. Тут почти нету ничего. Мы чтобы выключить планшет. Так, насколько я помню, у Бена в кабинете был зарядник. Что это? Черт возьми. Это еще что? Мне нужно найти диспетчерскую и включить свет. Схема помещения была в моем кабинете. Странно, что он в департаменте один находится. Тут как минимум еще человек, ну не знаю, 15 должно быть дежурных в ночь. А не только он один. Он же не может поддерживать весь город. Да и причем сидя просто в кабинете, что ли, он будет обеспечивать безопасность всего города. Как-то это просто, ну, неправдоподобно, нереально. Так не должно быть тут. Еще должны быть люди. Ну, неважно. Что сделано, то сделано. Если так, значит так. Может, город какой-нибудь слишком маленький, там, не знаю, может, типа, деревенька какая-нибудь. Это просто чуть, ну, едва вышедшая за грани деревни и ставшая, ну, слегка городом. Ну, не знаю. Ответ? Что это? 5-2-9-1, что ли? Мне глаза светится. Что этот робот тут вообще делает? Его, то есть, его как-то особо не беспокоит, значит, то, что тут какой-то робот находится и весь в крови причем. Ну, либо в краске, я не знаю. Не, нормально, чё. У нас постоянно тут роботы всякие валяются, да? Он так, наверное, думает. Что это, раздевалка? Нам не раздевалка, нам диспетчерская нужна. Так, хорошо, что таблички есть. Будет легче найти. Все закрыто на... Так, это что, раздевалка? Две раздевалки, что ли, у вас тут? Нехил так. А вот диспетчерская нам сюда. Так, что тут? По-любому сейчас за стеклом кто-то будет. Так, ищем батарейка, тут должна быть где-то.
найти дверечки и включить свет в помещении. А, свет надо включить. Где тут свет? А, вот, наверное, это. По-моему, это кондиционер. Вот свет. Что-то он, по-моему, не функционирует. Что не делает, все равно ничего не происходит. А, ну, может, какая-нибудь тут... А, вон там есть. Вижу этот щиток. Может, пробки выбил просто. Да, хорошо, подача. Ни хрена, твою мать! Это было так и задумано или что? Это капец. Ну я так и думал, тут робот же сидел там. Приснится уже такое. Я же говорил, тут робот. Так, уже полночь. Пора идти домой. 12:00. Ночной вызов? Надеюсь, обойдется без выезда. Я же говорю, он... Привет, Бишоп. Прекрасная ночь, не правда ли? Я уверен, что ты не помнишь меня. Много времени прошло с момента нашей последней встречи. Как тебе новая система камер наблюдения? Однажды ты забрал все, что у меня было. Теперь настало время платить по счетам. В вашем участке находятся отголоски моего прошлого. Попробуй собрать их. Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле. Маньяк какой-то. Что за псих? Что со светом? Кажется, у меня дежавю. Надо бы сходить проверить щиток диспетчерской. Опять то же самое будет. Ну, вряд ли то же самое повторится дважды. Так что можно спокойно идти с вами на этот раз. Вот он сказал то, что... Ну, когда мы звонили, то, что может обойдется без вызовов, типа. Но в реальности полицейские только... Ну, без напарников на выезды вообще не выезжают. Ну, разве что какой-нибудь там маленький город будет, тогда, конечно, там и вызов-то особо нету, да и полицейских не так много. Но здесь по количеству комнат сразу ясно то, что город такой должен быть неплохой. Как минимум мегаполис. Но у нас почему-то один только человек здесь. Это очень странно. А, там пароль был, блин. Где-то робот был, может, там 5 валяется. Здесь справа был точно, я помню, там пароль был написан еще. Надо посмотреть. А вот. Опять я заработал. Так, пароль 1163. Ну вроде, да. Что тут есть? Что-нибудь? Ничего не вижу. Тут вроде ничего нет. Тут что? Пусто. Ладно, 1163. Запомните, 1163. Блин, вторая цифра мне на семерку еще похожа. Ну ладно, надеюсь, это правильно. 1173. Твою мать! Ну это точно было неожиданно. 1173, блин. 1173. 1173, боже. Черт, какой же там пароль? Неправильно? 1174. Айси, 1173. 7-3. 1-1-7-1. 1-1-7-2. Но сейчас мы должны угадать. Рано или поздно. Стой, 1-1-7-2. 1-1-7-1. 1-1-7-3. Сейчас все перелистаем и найдем. Блин, 7-1. 1-1-7-4. 1-1-7-5. 1-1-7-6. Блин, ну какой же пароль-то? 1-1-7-7. 1-1-7-8. Ну и последний, значит, это должен быть 1-1-7-9. Нет? Какого? Стойте, может это не от этого пароль тогда? Либо я что-то перепутал, ну пусть надо посмотреть еще раз. Убедиться. Ну, я надеюсь, та хрень больше не вылезет. Внезапно так. 1-1-6-3. Твою ж мать, нафига я семерку-то водил? 1-1-6-3. Блин, я фонарик выключу, наверное. Опять эта хрень вылезет. 1-1-6-3. Все, давай. 1-1-6-3. Так, отлично. Осталось найти электрический щит. Ну, он там же уж, скорее всего. Так что искать особо не придется. Сейчас свет у нас избирает. Блин, я же боюсь повернуть. Теперь нужно включить второй щиток. Фух, ничего нету. Что тут у нас? Вы? Так, пусто вроде. Пусто.
Чё-то пусто у нас. Пусто, пусто. Эта камера не функционирует, походу, да? Так, пусто. Это, по-моему, диспетчерская сейчас. А, нет, вы вот здесь, значит, это не то. Чё-то другое. Так, а где второй щиток? Он нам скажет? Ух ты. Охренеть! Так, у нас сохранилось. Значит, нас могут убить. Это печально. Вали отсюда нафиг! Машина у нас почему-то с мигалкой включена, сирена. Спецсигналы почему-то включены. Они должны быть выключены. Так, это что? Так, это диспетчерская. Я только что тут был. Раздевалка. Вряд ли будет открыта. Точно. Смотрим. Пусто вроде. Система вот тут что-то есть вроде, да? Блин, не знаю, давайте посмотрим, ладно. Если что, вдруг. Тут что? Комната допроса? Закрыта. Блин, знать бы еще, где второй щиток находится, он бы хоть сказал, что был бы нам... облегчил бы нам задачу. О! Эта камера здесь, смотрите, на планшет. Свет. Оп. Оп. Стойте, это я хожу вот здесь. Почему он не видит себя? Камера где? Вот. Почему мы с вами невидимы на камеры? Камера людей не познает, что ли? Или чё? Чё происходит? Ой, не знаю, лучше планшет тогда выключу вообще. Все равно ничего пока в нем не показывают вроде. Так что нам тут делать особо и нечего. Так, нужно искать второй выход. Подождите, где я? Вот, нам наверх, значит, надо с вами. Я сейчас в стенку иду, значит, мне нужно вон туда. Правильно? Ну, вроде бы да, но я точно не уверен. Но стоит проверить. Так. Это что? Это где я сейчас? Комната, комната. Вот я где. Ага, мне вот сюда надо. Сейчас пойдем с вами. А, там же клон. Ой, это клон нафиг. Робот был, где был выключен свет. Телефон не звонит. Не там. А это здесь? Иди телефон. Возьми трубку. Трубку возьми, чувак. Нифига ты открываешь эту штуку-то. У меня фонарик кончился, что ли? Блин, вы чё? Нет, только не фонарик. Я тут ни хрена не вижу. Что происходит? Трубку не берет. Где трубка? А телефон-то не здесь, походу. Где-то отсюда звук идет. Нет? Где тут? Может за стеной, не знаю. Блин, где телефон? Блин, это не телефон, не телефон. А вот фонарик у меня сейчас включился, где? Ура. Блин, где телефон? Ой, ладно, неважно. Пойдемте отсюда. Нам нужно с вами включить предохранитель. Щиток найти второй. Так, дверь заперта. Нужно идти к роботу. К собачке той. Там была дверь, дальше проход должен быть. Опять какой телефон. Скорее всего, трубку, конечно, надо взять где-то. А вот телефон. Берись. Ну, вспомнил что-нибудь? Как тебе мой подарок? Нравится? Нравится, да? Да, не похоже. Обожает, обожает играть. Типа меня должно было напугать, наверное. Мать! Блин, я не знал, что он может вылезти. Черт, я думал, он исчез просто. Как выйти отсюда? Я, походу, не вовремя в планшет залез. Ужас. Это капец было. Эй, что происходит-то? Как сделать? Как выйти отсюда? Блин. Все, застрял я в планшете, не вылезти никак. Блин, ну ладно, давайте тогда на этом закончим. Не такую уж большую серию сделан, с того следующий, может быть, намного больше наснимаю. Но я явно следующую серию, ну еще одну серию точно запишу.
Мне лично понравилось, не знаю, как вам, но мне понравилось. И игрушка реально страшная была, и интересно, в принципе, проходить было. Так что, ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Поддержите мой канал и следующие серии тоже, если что. Ну, всем спасибо за внимание, всем пока.